Друзья, всем огромный привет! Перед вами легендарный советский джип УАЗ-469. Спускается он по склону горы, и в конце спуска будет болотистый участок дороги. Дорога, конечно, это громко сказано. Кругом болото, грязь, вода, корни от давно погибших деревьев, непроходимые заброшенные места. Но тут кто-то когда-то давным-давно проезжал. Видны были старые колеи. Вот и решил водитель УАЗика тоже попытать свое счастье да проскочить это болото. Но что-то пошло не так. А вам, друзья, как обычно, желаю всем приятного просмотра и крепкого здоровья.